сегодня я покажу, как делать из двух банальных абажуров один оригинальный светильник. И хоть эти абажуры разные по стилю, мы сможем увязать их в единую композицию. Начнем мы с этого абажура. Так как он сделан из хрупкой рисовой бумаги, его необходимо будет укрепить. Мы покроем его слоем акрилового лака, и он станет более прочным. Лак будет сохнуть 20 минут, а пока он сохнет, мы займемся декором второго абажура. Я приготовила эскиз, по которому мы сделаем трафарет из пластика. Мы берем три листа канцелярского пластика и скрепляем их вместе с эскизом с помощью степлера. За счет того, что мы скрепили сразу несколько листов, вырезая один эскиз, мы получаем несколько одинаковых трафаретов. С помощью двустороннего скотча я фиксирую трафарет на абажуре. Если трафарет прилегает плотно, то рисунок получится более четким. Если менее сильно крепится, то линия будет более размытой. Абажуры готовы к покраске, и я хочу покрасить их в свежий веселый цвет. Акриловые краски в баллончиках хороши тем, что они легко наносятся и быстро сохнут. Основание и ножку светильника мы красим в тот же цвет. Нижнюю часть абажура я решила украсить цветами и декоративными камушками. Для цветов я приготовила эскиз, и теперь нужно нанести его на пластик. Для того, чтобы цветы получились объемные, лепестки нужно загнуть. Часть цветочков и камушков я хочу покрасить в тот же зеленый цвет. Для этого я прикреплю их к вспомогательной дощечке с помощью двустороннего скотча. Тогда при окрашивании они не будут разлетаться или расползаться. Все элементы лампы готовы, и теперь мы приступаем к сборке. Нижний абажур прикрепляем проволокой к ножке лампы. Берем цветочки двух размеров и скрепляем их вместе с помощью клеящего пистолета. В произвольном порядке крепим цветы к абажуру. На мой взгляд, лампа получилась веселая и жизнерадостная, и мне остается только вдохнуть в нее жизнь.